to have you back where you belong. You looking swell, darling, I can tell, darling. You still growing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So... Холодно! 500 рублей за полдня! Нужно возвращаться на прежнее место. Там хотя бы иностранцы. На Арбат? Только через мой труп. Там Вахтангова. Там дом актера. Надоело каждый раз, встречая очередного артиста, прятать свое лицо позорище. Твое лицо прикрыто надежной маской. Унизительно. Тебя никто не узнает, даже если ты разгримируешься. Ты даже не знаешь, с кем я работаю. Какая у меня могла быть карьера? А тут свобода! Сам себе режиссер, сам себе директор и самое главное, сам себе главный бухгалтер. Бухгалтер! А вот ты мне никогда не говорила, ты чего из театра-то ушла, вот скажи мне. Дура! Вот и ушла. С главным не поладила? Не поладила. Настойчив был. Дура! Опа! Смотри! Однажды Чарли Чаплин решил поучаствовать в конкурсе двойников на самого себя. Он тогда уже очень популярен был, там где поучаствовал. Занял третье место! Ву! Это чего получается? Значит, те двое были интереснее его, да? Это значит что? Судьба не всегда справедлива? Музыка! Ну так вот, я отомстила Симону! Молодец! Как ты это сделала? Молодец! Как просто! Очень просто! Ах, милая, что за пытка, когда тебя любит смешной мужчина? Право же, я не могла больше терпеть! Как будто мне каждый вечер выдергивали зуб. Нет, хуже, много хуже. Но припомни среди твоих знакомых какого-нибудь урода, очень противного, с толстым животом. Это ужаснее всего! И с толстыми, лохматыми икрами! Представляешь? Вот, вообрази, что это твой муж! И что каждый вечер! Нет! Это нестерпимо! Меня просто тошнило! Правда, я не могла больше терпеть! Отчего нет закона, чтобы ограждать женщин в таких случаях? Дайте нам этот закон! О, я как диаген, ищу человека! Одного единственного человека, который, ну я уже отчаялась его найти, и скоро мне придется задуть свой фонарь. Прощайте, мечты. А ты-то что ушла из театра-то? А перешла дорогу одной народной. Как же, вы даже по возрасту не подходите-то. Да и что, она вот 40 лет уже Аленушку играет в маленьком цветочке. И хрен ты ее оттуда скинешь. Ой, что мало я роду. Умывать я пою, Женька! Каинка, малинка моя, самая ягода, малинка моя! А! Почему люди не летают? Я спрашиваю, почему люди не летают, как птицы? Монро! Мне... Подожди! Мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так и тянет тебя лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и... Полетела! Попробовать нечто теперь. Кто-то бедная,
comme une femme, mais je crée le plaisir, je n'ai plus besoin d'art. Да. Да. Нам пора. Нам пора. Нет, я никуда не пойду. Собирайся. Пошли. Фотографироваться с гостями столицы.